Мы связались с казахстанцами, которые сейчас проживают в Майами. По словам нашего коллеги Владислава Воднева, жителям раздают мешки с песком для укрепления частных домов. Власти рекомендовали освободить балконы и паркинги. Сотрудников отправили в вынужденный кратковременный отпуск. На ближайшие два дня в школах отменены занятия. Закрыты магазины, строительные работы также приостановлены. Сильный ветер. Дождя пока нет, как бы затоплений особых, я думаю, не ожидается. Но ветер потаскает, конечно, крыши, где-то пообломает пальмы, деревья. Это будет обязательно, но я думаю, больших разрушений, как, допустим, в Тампе, в Майами, такого не ожидается. Все-таки Милтон, он пройдет по касательной. Больше, конечно, эпицентр идет в сторону города Тампа, это 4 часа от нас. Нас не коснется. Мне нравится в Америке то, что здесь все очень подготовлено. Быстро эвакуируется.